Дэн здесь на YouTube-канале, где Дэн, и сегодня мы узнаем, сможет ли обычный человек выкопать траншею для прокладки водопроводной трубы. Поехали! Здоровое тело, здоровый дух, здоровое сердце. Вот эту траншею 30-метровую от колодца до дома глубиной 1 м 20 см выкопали мне двое ребят буквально за полдня. Сработали просто отлично. А потом я подумал, может быть, я зря нанимал ребят, и я бы сам смог выкопать такую траншею без проблем. Ладно, хватит, идем пробовать. В общем, поступил заказ. Необходимо от фундамента 3 метра проложить трубу ПНД 32 диаметра с толщиной стенки 2,4 на глубину 1 м 20 см. Начинаем. Ширину ямы будем делать примерно 3 черенка лопаты, чтобы я смог туда пуститься, когда станет немножко поглубже. Ну что, в общем, я по сути сделал только один проход на штык лопаты. А усталость, честно, уже нереально. Как ребята копают, я не представляю. Ху, сделал 3 прохода лопатой. И уже начала появляться грунтовая вода. Либо это с меня так обильно течет пот. Если честно, пока вот выкопал немного, но уже есть мысли о том, чтобы все бросить и закончить. Но я не могу, я должен провести этот эксперимент до конца. Воды, ну, очень много. Она вон как-то течет прямо из-под фундамента. Ну что, придется месить глину. Если у нас раньше был фитнес свой крут, то теперь я предлагаю новый глиномес. Ваши килограммы уйдут за считанные часы. Жиру конец. Фу, еще нет даже 100 сантиметров, а я уже как будто в бассейне нахожусь. Не знаю, куда еще глубже. Фу, хотите знать, что такое высокие грунтовые воды? Вот, показываю.
Не, все. Не знаю, в какой этой местности хоронят людей, но пора подключать дренажный насос. Короче, вода потихонечку сливается, насос останавливается, и она снова начинает прибывать. Процесс по ходу слива бесконечный. Так что сейчас сольем по максимуму и продолжим копать. По-моему, в прошлый раз, когда рабочие копали, не было столько воды много. Просто жесть. Не, все, хватит. Воды скоро будет уже по колено. Она так быстро прибывает. Я ее откачиваю, она снова приходит, откачиваю, снова приходит. А тут просто глину мешу. Мне кажется, даже вниз вообще не продвигаюсь особо. Не знаю, как ребята выкопали на 1,20 м, реально мы замеряли, но они справились. Я что-то не могу, здесь хотя бы метр был. Сейчас замерим, кидаем водопроводную трубу и закапываем. Ну что, будем честны, 90 сантиметров, метр максимум, и то в начале, вот там, где я заходил, там сантиметров 70, то есть я даже не докопал до, как это называется, до глубины промерзания 1,20 м и выше, то есть то, что я сейчас брошу трубу, она зимой, скорее всего, замерзнет, ну, если по ней бы шла вода, извини, заказчик, но я все. Водичка, водичка, вода. Моет мои волосы. Сейчас подведем итоги. В общем, ребята, какой итог? Работа нереальная, практически невыполнимая в одного, без опыта. Очень тяжело копать вот этот суглинок, глину с высоким уровнем грунтовых вод, которые ты докапываешься, они поднимаются вверх, а ты уже просто по колено в воде. Еще одна важная мысль промелькнула, пока я копал.
приезжают там иностранцы, там таджики, в общем, иностранные граждане делают такую работу. Ну, цените их труд, потому что то, что они мне там вдвоем прокопали до 1,2 30 метров за полдня, ну, я просто в шоке, это машины, просто мое вам уважение. Физически ребята очень развиты. Я думаю, такой труд должен оплачиваться достойно, поскольку это, ну, не знаю, не в офисе сидеть, там на клавиши нажимать, это прям реально нужно здоровое тело, здоровый дух, здоровое сердце. Я, как видите, не справился, заказчику кабель на 1,20 м не уложил, даже не дозакопал яму, ну, потому что сил моих больше нет. Еще мне час-полтора это все вот отмывать, вот это, я вообще не знаю, воды нету, колонку придется идти. В общем, никому не советую делать это собственными руками, особенно в одного, там, втроем, вчетвером, еще может быть, но не в одного. 21 век, я думаю, можно заказать технику, которая все сделает за тебя. Не гробьте свое здоровье, удачи, ну и хорошего лета, хороших Псков вам, отдыхайте.